Глава муниципалитета провел расширенное совещание в Звенигороде. В ходе обсуждения проблем города был поднят вопрос об остановочных пунктах. Так, на улично-дорожной сети города расположена 21 остановка. Из них 4 нового образца установлены в этом году. До 1 сентября запланировано заменить автопавильон по адресу Калинина и обустроить посадочную площадку с установкой автобусной остановки на пересечении улицы с переулком Лапинский, рассказал Андрей Иванов.